Итоги рассмотрения отчета об исполнении муниципального бюджета за 2022 год подвели депутаты Тверской городской думы на очередном заседании парламента. Кроме того, они внесли изменения в текущий финансовый документ. Город направляет дополнительные средства на строительство и ремонт образовательных учреждений, а также на реализацию инициативных проектов граждан. В ходе заседания депутаты завершили рассмотрение отчета об исполнении бюджета Твери за прошлый год. Документ был внесен администрацией в муниципальный парламент в соответствии с установленными сроками и был подробно рассмотрен профильными комитетами, а также представлен горожанам на публичных слушаниях. Уже вспомнили доходы в сумме 10,9 миллиарда рублей, расходы на 11,1 миллиарда рублей, дефицитом 125,6 миллиона или 2,4%, что соответствует новому установленному бюджетному кодексу. Налоговые и неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 5 миллиардов, и это рост по сравнению с 2021 годом более чем 700 тысяч рублей. Депутаты единогласно проголосовали за внесение изменений в бюджет города на текущий год. Дополнительные средства выделяются на программу модернизации школьной системы образования. В ее рамках на данный момент идет капитальный ремонт сразу на двух объектах. У нас две школы капитально, 15-17, ремонтируются. И поэтому есть изменения в смете, удорожание материалов. И нам приходится добавлять финансовые средства на ремонт этих школ. В рамках муниципальной программы планируется модернизировать освещение на Волжском проезде на общую сумму в 5 800 000 рублей. Благодаря победе в федеральном тематическом конкурсе впервые Тверь получит более 225 миллионов на благоустройство исторического центра. На выделенные средства планируют установить лавочки и урны, заменить на стилизованные крышки люков, восстановить световой потолок на Советской улице, закупить новые торговые павильоны, а также установить 12 арт-объектов. Кроме того, внесены изменения в муниципальную программу заимствования. Города. Меняется источник финансирования дефицита. Регион предоставляет столице Верхней Волжье бюджетный кредит, который позволит Твери отказаться от коммерческих заимствований. Те деньги, которые были запланированы на выплату процентов по кредитам, мы сейчас можем переориентировать на образование, на городскую инфраструктуру. То есть это дает возможность городу более эффективно воспользоваться бюджетными деньгами, закрыв вот эти вот коммерческий кредит, который, да, там достаточно высокий был процент. Также депутаты поддержали предложенные изменения в бюджет столицы Верхней Волжья. Одно из направлений выделения средств – увеличение объемов на реализацию инициативных проектов жителей. Эта программа в областном центре реализуется с нынешнего года. По своей идее она очень схожа с программой поддержки местных инициатив, но софинансирование идет из муниципальной казны и за счет средств самих горожан. Важная особенность – проекты для реализации выбирает сам город. В нынешнем году это 4 объекта. На первом, по улице Суворова, работы уже завершены. Теперь на очереди 3 двора в микрорайоне Южный. Общий объем выделенных средств на эти 3 проекта составляет 6 миллионов 200 тысяч рублей.